Сознание – всеобщая способность получать информацию, обрабатывать ее и реагировать на нее. Но сознание может быть разным – спящим, бодрствующим, расширенным. Даже расширенное сознание – это многомерный мир множества измерений. А есть еще истинное сознание, и у всех уровней свои особенности. Например, обычное сознание воспринимает как реальность то, что исторически отражено и существует в нашем сознании. В этом случае представление об окружающем нас мире – усредненный результат представления о мире тех, кто в нем живет. Можно утверждать, это почти про всех нас. Расширенное сознание, когда мир воспринимается в взаимосвязях как в проявленном мире, так и в непроявленном. Оно способно улавливать процессы микро- и макроуровня в равной степени и одновременно. Истинное сознание – то, которое отражает полную структуру мира, и на основе его можно воспроизвести любой элемент реальности.